Итак, вырезаем три кружочка. И я не буду начинку класть, я просто показываю. Первый вариант. Складываем сюда начинку, кладем и складываем пополам. Просто края соединяем. Это самые простые вареники. С картошкой. Но муки сюда много добавлять не надо, потому что они не склеятся. Второй вариант. Опять кладем начинку, соединяем вместе. Просто соединяем, а потом делаем веночек. Смотрите, как я делаю веночек. Раз, согнула. Раз, согнула. Раз, согнула. Вот сюда. Я обычно их делаю с творогом. Потому что мне считается, что они какие-то очень вкусные, такие праздничные, как на десерт. Вот веночек получился. Сейчас покажу книжечкой тоже. Сначала просто соединить. Это когда мы делаем сдвиг. Раз, два, три, четыре. Как странички. Кладем начинку. Только ты не так, просто там. Да, просто берешь этот, это для сухой. Берем картошечку ручками и делаем колобок. Берем и кладем посередине. Очень похоже на яйцо. Это белок, а это желток. Когда будем скреплять, нужно растянуть сначала и склеить вот здесь вот наверху, как сумочку. Тут дырочка и тут дырочка. Сначала сверху мы соединили, а потом вот так бока. И получился вареник. Смачнее? Да, вот такие вот.